Всем привет, дорогие зрители! А вы на территории Империзла. Я рад вас приветствовать на сборе Зенита в Объединенных Арабских Эмиратах, где прямо сейчас команда с берегов Невы встретится с своими бразильскими партнерами. И футболист Артур сыграет, возможно, последний матч свой в футболке Палмейраса. Сейчас все очень близко к тому, что уже через каких-то несколько недель он будет выступать уже по другую сторону баррикад в составе Зенита. Вот он с мячом, пока еще в бразильской футболке. Фабиньо. В сторону Эдрика делал передачу, а она не дошла. Гомес. Передача назад в Эвертон. Вынос Рони за Рафаэль. Замечательный пас сделал за Рафаэль в сторону Рони назад, но он не дошел. Ерохин, Васильев, Адамов. Состав типичен для сборов. Зенитовский. В нападении один только Изидор. В полузащите Ерохин, Васильев. В защите Роберт Тринан. Страхини Ракович. Ворота Денис Адамов. А вот у Палмерса состав, в принципе, основной. Один из основных. За Рафаэль. Ну, понятное дело, здесь укладываться никто не будет, как в матчах, например, Южноамериканской Лиги Чемпионов. Потому что все-таки атмосфера, обстановка дружеская. Я бы даже сказал, партнерская, но... Тем не менее, Палмира забивает. Эндрик великолепно откликнулся нападающий Фабиньо, насколько увидел. Да, Фабиньо. Я открыл счет в матче первым же ударом в сторону ворот. Зенита. Ракович. Адамов. Ну, в принципе, гол логичный. Палмира все-таки мастеровитее, чем Зенит. Артур. Что может Артур? Артур может в дриблинг пойти и справа пробить. У него общий удар налево, но он способен справа удивить. Подача на ближнюю штангу. Минину чуть не забивает второй. Его, кстати, тоже сватают в Зенит, но не сейчас, а летом 24-го. Сапиротаем 1-0. Палмира впереди. Эндрик пока главный герой матча. Изидор. Ошибается, по-моему, Дуго Сантос. Мяч подхватывает Артур. Великолепный пас на Эндрика. Вот что может Артур. Это угловой. Низом пас пошел сильный. И Минину забивает второй. Очень хитрый розыгрыш от Палмерса, и никто к этому оказался не готов. Уверенно ведет бразильская команда игру и счет. И еще один провал обороны Зенита. Рони выход 1-1. Удар. Отдал, справляется. Изидор. Клаудиньо. Изидор. Артур подхватил мяч. Ушел от Ренана. Сделал передачу на Фабиньо. Фабиньо на Эндрик. Ух, с носка пробил Эндрик. Еще раз смотрим, какой мы Серега. Вот с этого ракурса пас. И просто молодец, Эндрик. Подача теперь уже на ближнюю. Минино. Теперь уже головой пробивал. Адамов забрал мяч намертво. Клаудиньо. Гомес. Необязательный фол. И желтая.
Зенит пока вообще не атакует. Пока впечатление от качества игры крайне туманное. От качества игры Зенита. Ошибается в передаче Ренан. Артур, свободная зона. Он ускоряется. Просто улепетывает, улетает. Уходит финтом от Ираковича. Удар, Артур, 3-0. Великолепно все сделал Артур. Еще раз смотрим. Просто на крыльях улетел. И с любимой левенькой пробил. Вот такая замена Малкому готовится в Зените. Вот так он будет, возможно, играть. Может, конечно, и не будет, но пока... Тьфу-тьфу-тьфу, все говорит о том, что все-таки будет. Ракович, все. 3-0, победа Палмерса. Абсолютно заслуженно, абсолютно по игре. С победы Бразильерс. Ну, Артур, ждем тебя в Зените. Очень ждем.